Ну что, продолжаем видеоотчет. В магазин сходил и накупил всякой дряни. Так, чеки. Так, чипсы с сыром. Отложим. Так, батон нарезной. С маслом очень вкусно. Сахар почти не употребляю, но он все-таки кончился. Поэтому пришлось купить. Сникерс это на работе, если перехватить. Мало ли. Гречка. Греча. И к чипсам. Пиво Жигулевское. Ну а что? Одинокий кун хочет выпить пивка, расслабиться после работы. Хочется фильм посмотреть, значит, немножко чипсов и немножко пива. Мне бутылки хватит. Я вообще не пьющий, на всякий случай. Так, и что мы имеем? Так, значит, батон нарезной 36,50, чипсы Лей 67 рублей. Греча 54,90, сахар песок 55,49. Дальше Сникерс 60, что-то он подорожал, что ли. Пиво 61. Так, значит, итого 334,89 рубля копеечек. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Коротко и ясно. Ставьте лайки.